не бросай меня так, братуха! Не по-пацански будет! Так, затянули, суки, я уже рук не чувствую. Браток! А ну стоять! Это территория берегового братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь, тысячи чертей! Да, так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали, хватит с нас! Прошло 2 месяца. За детьми так никто и не приехал. Выхин и Туча не вернулись. ГЭСовцы должны были довести их до райцентра, но...
Похоже, надо было просто запретить им ехать. Но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию. Хотя, какая там эвакуация, если по радио одни помехи? Помощи ждать нечего. А с другой стороны, нужна ли она нам эта помощь? Данина оказалась в стороне от ударов. Даже осадки нас не зацепили. По счетчику он нормальный, даже под водосточными трубами. Ребята хорошо подготовлены. Мы зря проводили столько времени в походах. Научить их охотиться будет несложно. У нас есть все самое необходимое, а остальное добудем сами. К черту сомнения. Будем решать проблемы по мере их поступления. В первую очередь выживание. Слушай, я у тебя давно спросить хотел. Все эти ваши пиратские штуки, мертвецы эти на столбах, вы всерьез верите, что учитель этого хотел? Учитель хотел, чтобы мы защищались. Ну, не помогает же. Вон опять бандиты в деревне появились. Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить. Потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем, надолго хватит. Ну ладно, с бандитами ясно, они такое у нас творили. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, мимо проезжал? Был бы не похож, проезжал бы мимо. А тут на берег к нам выполз. Вы, значит, поработай пугалом, чтобы другие стороной обходили. Ну, не знаю. Пыльцы уже нет давно. Thank you.
надо посмотреть. Вдруг это чужак. Я быстро. Давай я тоже. Так вернусь. Распустились. Мусор с кругом. Банки валяются. Ты чего тут торчать? Ну, ты чего? А что? Это что такое? Все в мусоре по колено. Распустились. Что? Что это там тратит такое? Тут явно кто-то есть. Интересно, сколько тут этих чужаков ходят? А то мало ли. Алёша, смотрите, потеряли связь с вами. Что случилось? Тёмочка, дорогой. Thank you.
стреляй! Я смерти не боюсь. Учитель, я иду к тебе на последний экзамен. Я готов. Я не струсил. Не будешь стрелять? О, правильно, значит, говорят. Не все чужаки злодеи. Вон и Олька вашего защищает. Говорит, нельзя его без лесного суда к столбу. Он тоже вроде... Ничего, нормальный. Поспеши, сможешь ему помочь. Только прошу, не убивай наших. Они хорошие ребята, все. Просто нам слишком часто приходится защищаться. А вот и второй. Я же говорил, что тот не один был. Ну, снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, осетка моя, ясно? Ну, а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты, небось, засал. Кто засал? Вы же пираты! У вас и лодок больше! А этого мы ведем на лесной суд! Сыкуны вы все! Это чужак, значит враг! Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умный сильно! Сначала учитель защищаться говорил! Это потом уже он начал... Забыла, что чужаки тут творили! А он чужак! И должен умереть! Чтобы потом других не так привел. Хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Разрывной! Разрывной! Стрелять! Зажигай!